Возможно, вы замечали небольшие бугорки или полоски на клавишах. На компьютерной клавиатуре они обычно находятся на русских клавишах A и O, в английской раскладке это F и J, соответственно, и на цифре 5 на цифровой панели. На кнопочных телефонах есть бугорок на цифре 5. На самом деле они расположены там для того, чтобы их можно было найти не глядя при слепой печати, наборе номера обычным людям или для удобного ориентирования для слепых людей. Небольшие выпуклости для компьютерной клавиатуры и печатных машинок придумала Джун Ботич в 2002 году для более удобной печати обеими руками. Благодаря этим небольшим выпуклостям на клавишах, людям легче запомнить расположение этих самых клавиш и проще ориентироваться на клавиатурах.